Это улица Акмени. На этой улице старые дома. Сейчас эти дома на ремонте. На чердаке жила моя бабушка. Раньше здесь были сараи. А сейчас остался двор и вот такая вот площадка. Сейчас этот дом находится на ремонте. В доме сухие туалеты. Дом на какое-то время выселен, после ремонта люди вернутся вновь в этот дом. Познаем дом. Рядом библиотека. Видна крыша библиотеки. Еще рядом пожарная служба. Дом находится на Акмени 22, за Двиной. Познаем дом.